Давай, давай быстрее, ты что, обмяк. Самый экшен еще только сейчас будет. Вы зря снимали там, ребята. Что, может, с револьвера его пустим? Эй, что такое? ФЗУ, машину отогреваем, заводим. Да, нацепляешь штуки снега. Нет колес. Хрен на себе. Чуть не угандошился здесь. На этих ямах. Я хренею. Думал, башку разобью. Выехали на лед, на озеро. На разгелик прошел, значит, барик-то не провалится. Куда он запоролся, этот у вас, я хренею. Вон где едем, смотрите. Еду за геликом, за ML-кой, блядь. Жесть. Так вот, ребята, Subaru едет. Ну, у вас, конечно, вообще красава. Как он сюда забрался, блядь. Кочки там жесть вообще. Че, забуксовали, да? А, мост отъем. А так бы вы дальше ехали, да? Конечно, мы же пришли сюда. Вот мост, колея. Он прям здесь отъебнул. Да че так? Там не отъебнул, а здесь отъебнул. Ну вот здесь, наверное, аура. Там перегазовали. Здесь аура хуёвая. Аура плохая. Болото. Все, аура, да. А где гелик? Вон гелик. ML-ка то доехала, красава. Ваген, ко мне. Сука, немец. Так это Subaru. Это Subaru. А что, едет и едет. О, едет и едет, правильно. Кочки только там были, пиздец. Вон откуда приехали, вон откуда. Да, и мы тоже. А вы что, за рыбой поехали? Почему? Домой, домой пошли. А, домой, через Итыш прямо? Да. Мы так и шли сюда, мы сюда, можем мы шли. Олег, надо наверх. Короче, я понял. Самый экшен еще только сейчас будет. Вы зря снимали там, ребята. Все только начинается, да. Все только начинается, интересно. Глаза любит, глаза летит. Благо, это для человека, которого мост отлетел впереди. Вот, смотри, что дизель делает. А ты мазики на полтине купил. А он там стрянет сейчас. Так его цеплять надо и тащить обратно. Сейчас он разместит здесь. А вот так, вот дорожка, видишь, какая-то, вот это вот. По кругу, Олег. Цветочек на пол. Нюхается. Дитрова Валентина сегодня. Дарю тебе цветочки от сердца и от почки. Это сынок гелика ML-ка. Без блокировок. Ты так не поедешь. Давай, жених свой. Один раз зайца там. Давай я шагу. Их маньками и лохматками. Лёха, давай, Лёха, давай быстрее, ты чё, обмяк-то на. Стоял, говорит, нахуй, что-то это. Земля ушла. Знаю, как бы им пришлось не на за две машины его тягать. Хотя задок едет, значит, доедут. Поехали! Не поехали.
Да, тяжко в горку займу сейчас. Тяжко. Ну, тарахтун-то, а. Давай! В горку, не вытягивает. Да, тяжко будет. Сейчас все, вот здесь горка. Так, перемахнули. Крути рулем. Ну, мою не забодали, уже хорошо. Поплыли. А у него передняя, смотри, волоком. Охренеть. Мост отъебнул. Да что здесь такое? Догоняй. Огромные кочки. Просто невидимые. Болото луговое. Дорога есть. Так, озеро. Лед под нами. Как же его затягивать, точнее, будут. Это будет трудно затягивать-то. Ну, на гелик, трактор, блядь. О, где едем, ребята. Я офигею. Люди на горе смотрят. Да, вот тут самая жесть. Адовые кочки. Ну и далее. Это пиздец. Мне бы здесь не встрять бы. Так, основные проехал. Возвращаемся снова к мангалу. Что надо? Тушенку доесть. Так, смотрим. Затянет ходом или нет? Должен. Должен. Зашли. Все, молодцы. Гелик, сила. Так, вон мой мангал. На самом берегу. Он когда туда поехал у вас этот, я так и чувствовал, что он там останется. Парша прикуривает с крузака. Магазинными проводами. Смотрим. Провода-то толстые, в принципе, но самые дорогие. Не хочет. Не хочет, не хватает. Помню.
Не, это надо его к субарисам загонять, там смотреть. Ну что, никак. Пять раз он попробовал. Не хватает пока. Прогресс небольшой есть, но совсем небольшой. Подзаряжается постепенно, а тут же ее тратит. Спросить, может его с револтера опустить. Че, может с револтера его опустим? Эй, что такое? ПЗУ. Машину отогреваем, заводим. Да не, сейчас попробую, разгрузить чуть-чуть. Если только постоять, позаряжать его. О, вроде начинает, да? Вроде пошел. Запустится. Температура на улице плюс 2. Сейчас постоит, он уже начал крутиться потихоньку. Зарядится и запустится. По факту, как вы видите, этими проводами из магазина емкие машины хрен запустишь. И можно только подзаряжать.